Привет. Он сказал, что мы его будем посмотреть. Его? Не вопрос. Так, пойдемте. Слышь, Саныч, может я домой съезжу, пока заберу оборудование? Давай. Здравствуйте. Привет. Воск у вас есть? Есть. Ты знаешь, что делать, бро. Чё? Ничего, ни о чём. Он просто молчит? Да. Даже без камеры? Да. Я пытаюсь с ним выйти, говорю, наведи нас хотя бы, какой-то прикол, он ничего не говорит. В Америке есть прикол. Help! Please help! Вот я так же хочу. Все, я заказал курьер. Help! Help! Please help! Это в Америке было? Да, это в Америке. Да, это в Америке. Опа, он на помощь пришел. Сразу. Че орешь? А? Че ты орешь? Я не ору. Че ты орешь? Объявься. Это какая-то, шизофрения, да, может быть. Что случилось? Да не знаем мы, что с Саньком. Он с начала стрима просто молчит. Эй, Ю, ты знаешь, чтобы всех? Думал, что сдулся, думал, попсял их, кто тебе поведал историю. Поздравляем дабстеп по 4 года к ряду. Ты в теме? Или нет? Цой. Хуйня. Твой прикол. Заебал. Всех. Пора. Уже. Выйти из образа. Дай леща. Пока. Я поехал. За камерой. Нет. Он услышал слово камера. И вот он. Я есть такси, уже стрима нет, но он все равно будет до последнего с Люкой не общаться. Возможно. Мне кажется, говорю, идите, что он с ума сошел. Мы ничего не снимаем. Теперь я понял, почему в ТикТоке вирусятся видосы, где челы на велике просто с музыкой вот так проезжают. Просто музыка такая аккуратно, громко, и опять нет. Не плачь, мамуля. О, неплохо. Неплохой андеркат. Может, я пока дверки его до стола обработаем? Я могу пока борду начать делать. Не надо. Я сделаю круто. Да не, а можем ему, короче, он говорил, что он хочет полосочку на брови выбрить, как у Фрэндеймера. Да, это нормальная тема, полоска на брови. Сейчас пойдем тебе пирсинг делать, бровь тоже, другую. Вот здесь. Вот я не знаю, насколько ты придурок, зачем ты приходишь? Не надо. Кизару? Ладно. Подогрей интерес к просмотру спортивных и киберспортивных событий на 1X. Регистрация в один клик, удобное мобильное приложение и широкая линия. А по моему промокоду ты получишь $520 на первый депозит. Ссылка и промокод в закрепе. А в описании будет инструкция для тех, кто хочет гарантированно забрать пару тысяч рублей. Обузь акции и зарабатывай вместе с нами. Бентли купе мы им покупать? Вот если ты обратишь длинные волосы, 1.5-2 года будешь отращивать вот так вот назад. Бам. И байкерскую эту, кожа. Знаешь, короче, отрастить длину, сделать химическую завивку тебе, чтобы такой шар был на голове. Ты будешь как Лёха. Делаем? Не сможешь. Да, не сможешь. Я с тобой на любую сумму готов поспорить, ты это никогда не делаешь. Но это долго придет. Все, что связано с химией, он согласен сделать. Биозавивка не интересует. Уже место как родное, да? Съемки еще приходил. Сейчас еще раз. Я здесь был пару дней назад, бороду подбривал. Мы здесь снимали, ребят, барбершоп. Видос на канале, я думаю, видели вы. Звоните Илюхе. А зачем? Саня все равно молчит. Он за камеру и обратно сюда. Он приедет же. Сейчас все пишут там, М4 Литвин вышел, видео, да? Вот почему людям так это нравится? Вот им нравится копаться вот в чужих грязных вещах. Как что-то у кого-то украли, какие-то пакости. Потому что это интересно. Миша делает очень интересный контент, но конкретно успех проекта с М4... Ты просто завидуешь. Нет. Кому? Расследование. Вот, Литвину он завидует. Так у него эти ролики заходят больше, чем какие-то жесткие проекты. Ты просто завидуешь. Не видно, что там делаешь. Как я хочу, чтобы тебе под ноль сбрили бороду. Чтобы лицо вот это превратилось в просто маленький овал. Литвин удалил все видео. Давай, когда он тебе возле бороды что-то будет делать, ты ему палец облизнешь. Я так и хотел. Алло.
Тамур объявил на нас охоту? Тамур объявил на нас охоту. Кто сказал? Я без понятия, я просто мне незнакомый номер звонит. Нет, пиши, я вообще не придурок, я не подставил. Мне просто позвонил незнакомый номер, смотри. Тамура вышел, клан Тамура вышел за пределы РП. Да, вот эту вот штучку ему оставить, которая вот сбоку торчит. Вот это. Мили ты, ты на крысу похож. Смотрите, так он кого-то вообще лысит. Как будто можно в ушко его поцеловать, да? Знаете, что такое мокрый Вилли? Мы знаем. Он даже говорил, что ему нравится. Залезь под низ, посмотри, что там есть. Угостись. Ладно, Лёх, я не кусаю. Да я знаю, что ты есть. Ты вчера не слышал, как я позавчера на паркдешоке про тебя говорил? Мы там бодибилдинг обсуждали. Ой, это пауэрлифтинг. И что было? Ну-ка, расскажи. Ну, я там рассказал про тебя. Говори погромче, вон там тот здоровяк тоже хочет послушать меня. Не, я говорю, что ты мастер спорта по пауэрлифтингу. Вот оно что. И то, что ты всякие анаболики и прочее колол, и у тебя из-за этого не стоит. Там не спалил, что ли? Не-не. Саня. Самое главное. Кто мне звонит? Я не знаю. Клянусь, ни слова не сказал, что это заебало такое. Нахуй ты со мной приехал. Посмотрите, у него волосы даже на глазу растут. Вот. Нормально. У меня так же. Давайте за плечом сходи курс. А что? Просто за плечом кусочку. Снизу бати. О, волосы. А как вы хочешь? Благодарю вас. Спасибо вам за такой гостеприимство. Вам. Здоровый, добрый, страшный дядя, а то ну, страшный в плане, ну, боишься, лысый, с бородой такой, с татуировками. Вот огромный, блин. Идет на тебя ашерок. А в руке конфетка. Угоститесь. Чтобы сахарочек. Вот это я. Мили. Мили. Нам разрешили тут хулиганить. О, Не разрешили, походу. Сейчас бы похулиганить. Ой, извиняюсь. Бородь. Руки. А в рот берешь. Фу, дурак. Завтра Джесси Пинкмана буду бить. Сюда. Зачем? Потому что хочу. В чем проблема-то? Вы кончили? Задремал чуть-чуть. Задремал? Да. Давай. Дремай дальше. Дреми, дреми. С бороды достаешься. Сейчас побреем, покрасим. В розовую. Я хотел тебе бровь побрить. А, бровь мы не сделали. Сейчас снизу вообще почти волосы не растут. У меня просто жесть. Наверное, па. Да? Воска. Видно не? Лёх. А? Короче, борода стала. Чё? Борода короче стала. Короче, да? А сестрами? Ну, сестрами, знаешь? Давай, не смешной прикол вообще. Ой, приятно тебе, да? Если ее отсутствие считается, что она стала короче, то считается. Улыбается. Вот бы так, да, с утра мужик тебя за бороду бамс. Бери руку. В Китае ты каждый раз на стрижку приходишь, тебе делают массаж до и после стрижки. Да? Блин, как же хочется такую тему. О, горячий полотенце, это самый кайф вообще. Это такое удовольствие. А это чего, чтобы опасные бритвы фигачить? Это такое удовольствие. Терпит 100%, очень горячо. Вот это дефолт, когда тебе моют голову, такой, не горячо, а это... Нет, нормально. Бери руку. Опа. А это уже... Опа. Это мужская, это вот мужская тема. Ходить. Это кто? Не знаю. Ты стричься пришел? Нет, туалет зашел. Уходи. Деньги не оставят здесь. Правильно говорю? О, да. О, приятно. Сейчас я тебя опасной бритвой буду брить. Ой, Сашенька. Не надо, мальчик. А кто здесь? Это я. Давай. Ай. Ай. Это тоже Дима был. У них просто ритуал такой. Это ритуал, да. Как тебе? Момент с этим массажером. Ой, Данилочка. Мужики, я желаю каждому пройти эту процедуру. Кстати, у меня красная родинка вот такая. Или это не родинка, но она всегда как-то появляется. Не шевелись. Сейчас отпилят не то, что нужно. Ты прикинь тут опасочкой. Я думаю, есть, если найти нужное заведение, сделают.
Ну так есть чуть мандражи, понял? Когда опаской по шее. Ты пиздец еще будешь, тебе сейчас порят глотку. Ебан. Что за формулировка ебана? Закрой рот. И не двигайся. Что такое? Опа. По 10-бальной шкале сколько он тебе достал? Что за не все баганые какие-то? Ты не смотрел игрушки, которые тебе кидал? Смотрел. Леха делает вид, что он тоже добавился. Это ненормально, что он ни слова мне не сказал. Эти актерские постановки, я сейчас стрим вырублю и все. Он без камеры у меня дома. Клянусь. Ни слова не сказал с тобой. Ни слова, клянусь своей матерью, ни слова не сказал. Мы поехали, он меня начал снимать, и потом по дому пошел на кухню, взял нож и встал в ванну. Включал воду, я его подходил, уезжал, выключал. Ни слова не сказал. Давай в ТикТоке побалуемся масками. Давай. Больной. Я вам говорю, Сань, тебе пора к психиатру. Ну как, он трескался в моментах, ему включено было. Я чуть не подлетел, как Мурат. С какой еще маски посмеяться? Без камер, представь, вот просто. Я это не снимал, он не знаю. 24 часа игнорирую, походу, на новый уровень. Посмотрите, какой, с каким Саней лицом все. Автоматом плакать начинаешь. Очень круто выглядит. Да, очень круто. Когда Саня всех довел. Спасибо, спасибо. Давайте его так. Санечка плачет. Это как на самом деле у него в душе из-за того, что он сейчас не может разговаривать. Чекай. Саня, ты плачешь. Я Дэн. Для друзей Бобби Дик. Дофаминовая шлюха. Ты видос в ВК выпустил? Он все видосы скрыл на Ютубе. И все, на ВК на них скрыли, приходит. Серьезно? Да, ну зайди, он скрыл все видосы на Ютубе. Когда вышел с тачкой, он на ВК? Да. Я представляю, какая страшная там сумма, но с другой стороны, я бы никогда в жизни не скрыл бы ролики на Ютубе свои. Никогда вообще. Есть цена определенная. Ну нет, я не знаю. Обалдеть. Я боюсь представить, да, там сколько нулей. Поздравляю Мишу Литвина. Новый миллиардер. Рублевый. Там супер страшная сумма, я даже представить не могу. Там в плейлисте остались. Люди как-то через плейлисты умеют вытаскивать. Но он их доступ на ссылку перевел, да. То есть если... Как думаешь, там 1500 есть? По идее, если... Рублей. Нет, что, очень много. Очень много точно. 300? Я думаю, 150 тысяч рублей. За М4 ролика, чтобы удалить все. Еще 1200 сверху, да? Короче, типа, если его видос добавляли в любой плейлист, то видос можно посмотреть. Если есть ссылка на видос, то можно посмотреть видос. У тебя плейлисты есть на канале? Я просто не создавал вообще. С рубриками постоянными. Ого, здесь Юрий Дудь стригся. Сергей Лазарев, бро. Реально? Данила Горилла. Филипп Петросович очень сильный. Очень масштабная личность. Надеюсь, это фотки не как в Турции. В каждом барбершопе стригся Криштиану Роналду. Можно за автомобилем ехать. Поехали. Поехали. Лёх. Вырубайся. Можно ехать за авто. За авто? Давай. Давай заканчивай. Данилыч, покажи. Всем пока. Попрощайся, пожалуйста. Подожди меня. Ёлки. А, тебе бой выбрали? Повернись. Ё-моё. Это что за море? Пацаны, посмотрите, ему бровь выбрили. А, гому. Нет, так-то понял, он брутальность есть. И слезу тебе сюда татуировочку набить. Две. Ты такой чистый, знаешь. Возьми меня. Стрим закончится сразу. Ладно. Алло. Алло, тут еще? Я прям на последней миллисекунде включил опять. Не, норм, хорош. Я думаю, тебе в троечку надо покрасить, слышишь? Че? Как у меня, в троечку. Натурально, это у тебя рыжая борода. У меня? Да. У меня не рыжая.
тебе черную подсделали. У тебя тестостерончика не хватает. Ну, мне это понятно. Но это у меня природа такая. Скажи пока. Уважаемые приписчики, всем приятного чаепития. Скажи пока. Я, пожалуй, присоединюсь к словам Сани за сегодняшний стрим. Скажи пока.